2021 год Республики Татарстан объявлен годом родных языков и народного единства. 26 апреля исполняется 135 лет со дня рождения общественного деятеля, публициста, народного татарского поэта Габдултукая. Сегодня в отделе рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета мы вместе с вами прикоснемся к первым изданиям Габдултукая. В 6-миллионном собрании научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского хранится большая коллекция прижизненных произведений Габдултукая, в которых подлинной драгоценностью является одно из редчайших свидетельств его жизни – письмо Тукая Габдрахману Давлетшину, написанное в 1908 году. Но так как это письмо недавно выставляли и по нормативам подвергать яркому свету его можно будет только через некоторое время, его воспроизведение можно найти в каталоге. В фонде отдела рукописи редких книг Казанского федерального университета большое множество прижизненных изданий Габдултукая. Вот у нас здесь мы решили вам показать три прижизненных издания. Первое – это «Мия Убике. Рассказ про кошечку». Выходит эта книга в 1911 году. Вот она очень прекрасно иллюстрирована. Следующее издание, которое мы хотели вам показать, называется «Кунель Жемешляре», которое выходит тоже в 1911 году. Оно выполнено в стиле модерн. Здесь можно увидеть водяную. Открываем книгу, можно увидеть портрет Габдултукая. И третья книга, которую мы бы хотели вам продемонстрировать, это «Алтын Этеч», который выходит в 1909 году. Это нужно сказать, что в переводе как «Золотой петушок», но это не перевод сказки Александра Сергеевича Пушкина, а такое вот восприятие, воспроизведение тех мыслей, которые вот переложил в своем понимании Габдултукая в этой книге. Ну и четвертый материал, с которым мы хотели бы с вами поделиться, проходила выставка, и большое, значит, богатство отдела рукописи редких книг представило в нем письмо Габдултукая, и его вот здесь тоже можно увидеть и посмотреть. В научной библиотеке собрана наиболее полная в России коллекция первых татарских арабографических газет и журналов начала 20 века. Вакыт, Юлдус, Кояш, Казан-Мухбере, Нур, Алислах, Ил, Шура, Аль-Гаср, Аль-Джадид, Ешен, Ялт-Юл, Мектеп и так далее. Большинство произведений Габдултукая увидели в свет именно на страницах этих газет и журналов. В Уральске он сформировался как поэт и журналист. Он дневал и ночевал в типографии за сочинением стихов, статей, переводами для следующих номеров. Благодаря этой большой работе имя Габдултукая обрело известность не только в Уральске, но и Казани, Оренбурге и Санкт-Петербурге. На мировоззрение молодого татарского поэта большое влияние оказала первая русская революция 1905-1907 годов. Первые литературные опыты Габдултукая можно найти в рукописном журнале «Аль-Гаср Аль-Джадид», что в переводе значит «Новый век» за 1904 год. В этот же период Габдултукая занимается переводами басен Крылова на татарский язык и предлагает их к изданию. В этой газете один из самых горячо любимых сынов татарского народа Габдултукая выступает с многочисленными стихами и статьями на темы поднятыми революцией. Он поэтическим языком откликается на самые острые проблемы современности и доносит свои мысли максимально широкому кругу читателей. Критикует пороки окружающей действительности. Как говорил британский поэт, хорошая книга – драгоценный источник жизненной силы духа. Так что до новых добрых встреч в библиотеке, ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку.